Всем привет, дорогие зрители! Продолжаем проходить Devil May Cry. У нас на очереди миссия 4, Хладнокровие. Собрать 4 гиролезвия, используя новообретенные силы. Так, ну перед этим я хотел бы Алую Королеву, Вращение руль... Ага, мне не хватает немножко. Ну ладно. Потом, если что, выучу. Да, мы же получили силу ртути. Можем теперь оживлять неживое. Наподобие этой фигни. Да, я знаю это. Кстати, прикольная вещь. Можно сказать. Эй, я запутался, ребята. А, блин, назад надо идти. Сначала оживляем. Так, пока он там заработает, я пока... Так, зачем мне лечебные сферы? Я и так полон сил. Теперь можно завести ее неплохо. Отличный блендер. Правда, почему я если так прыгну? Видите, мне он ничего не причиняет. Ага, я читер. Так, ой. Поломал я все-таки. Ну, кстати, она для этого и нужна, чтобы ломать такую фигню разную. Фигню разного рода. Но оно еще понадобится. Так, правда, я уже не помню, что... А, вот тут прикол, кстати. Здесь можно просто драться с демонами, а можно их перевалить с помощью... Ай, этой фигни. Эй, не-не-не, я не хотел его бить. Я хотел ударить эту фигню. Да блин, демон, пошел вон. Под руку лезешь, под горячую. Во. Будем их резать этой фигней. На, скотина. На. Че, еще живой? Ну ладно. Давайте вручную поковыряю. До сих пор живой, смотрите-ка. Какой живущий. Так, давайте пособираем сферки. Все равно этот противник, он не опасен. Ай! Блин, накаркал. Ну ладно. Пошел. Вон. Все, мы его поломали полностью. Все до предела. Кстати, там можно какие-то... фигни, связанные с этим, прокачивать. Я имею в виду скиллы, позволяющие этот разгон делать круче. Хотя так до конца не понял. Да, я знаю, что это душа ртути в гармонии с этим синим гробом. Они просто в гармонии. Эй. Так, ну мне вниз, по идее. Надо ломать теперь эту фигню. Потом я не помню, что надо делать. А, вспомнил, что надо делать дальше. Блин, пока я вытолкаю отсюда. Иди отсюда. А, ну пошла вон. По-моему, ее, да, ее только рука толкает. О, можно сейчас беспорядок такой сделать. А еще быстрей. Я, по-моему, это на пределе. Отлично. Только мы не воспользуемся этой фигней. Пока что. Так, кстати, у меня осталась та способность. Надо бы потом посмотреть. А, не, у меня другая там уже стоит, по-моему. Да, блин, какой я варвар, а? Все ломаю, ломаю, вот скотина. Окей. Вроде сюда надо бежать. Хотя я уже не помню. Да, сюда. Так, ребятки. Кто на меня? Кто на новенького? Так, там точно делать нечего. Так, куда это? Мне тут вообще делать нечего. Давай, 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 скорость врубай. Врубай форсаж. Я же не зря тебя прокачал эту способность. Так, куда ведет эта дверь?
трапезная. Ну, наверное, я на верном пути. Я не уверен, конечно. О, рыцари, привет. Что-то ты как-то слабо на меня напал с самого начала. Блин, разве это рыцари? Ай, ай. Даже они больно бьют. Кстати, надо опробовать новую способность. Блин, я ее так и не опробовал. Там, по-моему, раз, два. Не, не так. Раз, раз. Да блин! Ты что, офигел портить мне тренировку? Нет. Я тебя обойду. Какая хитрая задница. Бамс, разваливайся. Да, плохих сейчас демонов делают. Разваливаются просто на ходу. Эй. Так, а как это все быстро поломать? Я не знаю. Ок. Кстати, у меня уже сила на пределе. Надо ее будет высвободить куда-то. А, блин, я же сюда не пройду. А, не, пройду. Че я туплю? Используем это как щит. Бам. Там, короче, огонь лупит, но мы его пройдем с помощью этой фигни. А ну давай. А ну пошел. А я защищен, а я защищен. Так, нормально, кстати. Так, еще так же надо. Пошел вон. О, и мы поломали эту бандуру, которая стреляла. А нефиг стрелять по мне. Там секретная миссия была. Ну, я не желаю их проходить. Во, я попал в нужное место. Кстати, тут сейчас твари полезут. Зря ты вылез, демон. Смотрите, как когда он стреляет пулями. Они тоже больно наносят. Ну, не так эффективно, конечно. Блин, я затупил. Надо было использовать суперспособность. А, у меня же ее нету. Точнее, другая. Ну ладно. Получай. Так, а вот сейчас на тебе мы, по-моему, испытаем. Чувачок. Только надо аккуратно это все сделать. Иди сюда. О боже, что я сделал? Какая-то она слабенькая. Она даже его не убила. Значит, я ее поменяю. Фиговая способность. Я ее продам. Он, конечно, прикольно бьет по дальности, но она слабая очень. Какие-то наркоманские удары помешанные. Ну ладно. Эти мне и нравятся. Ребята! Сейчас заведу мотор. Пропеллер. И вам хорошо прилетит. Вот с камерой здесь проблемы. Не всегда ее можно крутить. Да блин, шушек кашуток. Надо ее сначала вынести. Иди сюда, демон. Ты... Блин, опять промах. Демон, подожди. Сейчас заведу. О! Покромсало, остальных добью. Да, умирай. Ну ты, иди сюда. Да живучие, зараза. Полетай. Не, все-таки не знаю, как пользоваться этим приемом. Ну ладно. Тех мы закромсали, от них одни красные кубики остались. Ну, точнее сказать, сферки, но это не важно. Главное, что от них что-то осталось. Реальный блендер какой-то. Давай крутись, детка. О, тут вообще круто.
Эй, ну ты не туда. Что ты будешь делать, а? Давай только первую скорость. Здесь две скорости, лучше пользоваться первой. Хоть не туда, не так далеко улетит. Поехал. Поехал. Так, теперь можно и вторую врубить. Надеюсь. Надеюсь, это хорошая идея. О! Блин, не долетело. Жесть. Ну ладно. Теперь мне придется две таскать. Вообще, красота. Блин, надо это сначала вынести. Давай, заводись. Там монстры. А вон и монстр. Да блин, не эту. Да что ты делаешь? А! Ты хоть определись уже, какую включай. Они сейчас уже подойдут. Ну, пофиг. Были демоны. А, не, один выжил. Но ему и все равно не повезло. Ладно, давайте сначала оттолкаем один, потом только второй. Так, и ловите. Классно режет вообще. И еще раз ловите. О, все, приволокли. А где, кстати, он? А, вот. Теперь осталось затолкать на платформочку. Во. Один есть, он успокоился. Идем за втор... Да знаю я, три статуи. Пошли в жопу. Ох, а то я этого не знаю. Бежим, бежим, бежим. Так, а люстру нельзя завалить? Блин. Люстра бессмертна. Как печально. Сейчас мы тебя раскрутим получше. Ой, что-то хрустнуло. А, стекло. Ух ты. Ха-ха, нашел секретный ход. Прикольно, там стекло ломается. Весело. Так, тут уже стекло треснуло, или его не было. Давно уже стырили. Здесь у нас какие-то картины, которые не долбятся. Ну, эта фигня долбится. Так, мы уже близко. Ну, можно вторую, в принципе, скоро отключить. И нормально. О, да, откройтесь, врата. Там, по-моему, придется с боссом драться. Блин, да куда ты едешь? А, кстати, тут же способности можно поменять. Я так и сделаю. Хотя зачем? А, там можно было удерживать. Ну ладно, давайте поменяю. Ямато, вместо высшей ставки я главный козырь. Такс. И норм. Не-не, я хочу еще убрать... Из мастерства. Вот я не знаю, как рулеткой пользоваться. А, у меня ее нету. Нажмите в воздухе раз-раз, а потом раз. А я ее пытался сделать, а у меня, оказывается, и нету. Ну, вообще, просто гений. Так. Да, здесь, походу, будет босс. Да-да-да. Видите эти адские врата? Эту адскую щель. Она так и манит. О боже, что они делают? Вам не стыдно? Видно, эти демоны и есть буря. Зачем? Зачем вы это делаете?
Зачем мне их надо бить? Смотрите-ка, они уворачиваются. Ты что, офигела? А ну не уворачивайся. На, получи. А, блин, их нельзя рукой. Ого, нифига махина. Так вот ты какой на самом деле. Ты сильнее, чем кажешься. И со словом в карман не полезешь. Боже. Не прими на свой счет, я просто жаб не люблю. Идиот. Думаешь, мне есть дело до твоих слов? Если мы быстро не закончим, у меня будет фобия на всю жизнь. Оу. Вау. От таких ударов лучше уворачиваться. Я помню, я умирал от них быстро. Эй, ты. А ты косой. Оу. Ноу. Это что, и все? Ого. За хвост засранца. Он же, по-моему, хвостом может еще ударить. О-оу. Сраная лягушка. А, опять тут свой туман нагнал. Окей. Будем драться с твоими девчонками. Блин, они уворачиваются. Ой, они еще и дерутся. Нифига. Какие дерзкие. Пошли вон. Сейчас мы одну возьмем и тебя схватим за нее. На, получай. Так, пора бы мне уже способность свою сильно активировать. О-оу. Ай. О, боже, я его на фарш пустил. Это было круто. Пока он лёг, я его пустил на фарш. Ой, что-то оторвалось. Месье, вы что-то потеряли. Умрешь ты, победил меня. Нет. Именно так я и думаю. Мои братья придут, они... Гадость какая! Стоп, он сказал братья? Упс. Ну нифига, целая армия жаб. Так нечестно. И как мне выносить эту толпу? Правильное Пусти, решение. Дружок, закрыто. Труп русалки. Часть подвески зонта демона Баэля. Тот, кто ею завладеет, получит новый источник силы. А вот какой? Остается загадкой. О, вкусняшки. Люблю вкусняшки. Его, конечно, можно было по-другому немножко отпинать в конце, но я решил использовать свою суперспособность, и это было весьма эффективно. Так, теперь мне сюда. На этом эта миссия заканчивается. Так что всем спасибо, ребят, за просмотр. И увидимся в следующих частях. Ого, сколько...